Ну, вот здесь уже лисичек много. Ну, нормально. Вот. Сейчас мы их и будем собирать. Добрый день, друзья. Вчера был в лесу и принес приличное вот количество лисичек. Вот какую-то часть отложил. Лисички самые вкусные – это жареные. Сегодня буду их жарить с картошкой. Ну, для начала вот это количество лисичек нужно как следует несколько раз промыть в воде и удалить от мусора веточек, листочков. Грибы уже чищенные, корешки я отрезаю сразу на месте во время сбора. Ну, поэтому эти грибы нужно только промыть. Итак, грибы лучше на некоторое время замочить, ну, может быть, на час. Тогда все вот эти старые прошлогодние листочки, они отмокнут и быстрее отойдут. Грибки все-таки должны быть чистые. Промываем под струей проточной воды и несколько раз сменяем воду. Теперь картофель. Я вот беру три молодых картофелины. Сейчас их тщательно очищу. И будем жарить картофель отдельно. Грибы жарятся отдельно, картофель отдельно. Грибы как следует промыли, просушили, то есть удалили лишнюю влагу. Ну, в них и так влаги достаточно. И теперь начинаем обжаривать. На просторную сковородочку добавляем немного подсолнечного маслица. Много масла не надо. Так, достаточно. Сейчас она разогреется. И начнем выкладывать грибы. Если попадаются крупные грибки, их можно разрезать вот так пополам. Ну, в основном они сейчас пока еще лисички молодые, нормально и так прожарят. Заполняем сковородочку грибами. Ну, если какие-то крупные, действительно, режьте пополам. Вот, нормально. Обязательно время от времени помешивайте грибы. Сейчас вот из них начала выделяться влага. Влага вся должна из них выйти. Поэтому пока огонь сильный оставляйте. Пригореть они не пригорят, пока не уйдет влага. Вот так вот у нас грибы. Пока из них выходит влага, так они у нас жарятся. Ну, параллельно можно поставить сковородку и начать жарить картошку. Картофель и грибы всегда жарим отдельно. Теперь картофель. Картофель важно правильно порезать. Я его режу вот так. Разрезал пополам. Так. И вот так. И надрезаем такими ломтиками. Вот такие ломтики получатся.
Так получается красиво и вкусно. Ломтики не должны быть очень толстые. Вот такие получаются. Вот такие. И длинные. Вот такие вот ломтики. Значит, теперь переходим к жарке картофеля. Грибы пока с большой конфорки я отодвинул, так как влага там вся ушла, теперь они начинают обжариваться, но это уже делать можно не на таком большом огне. Теперь картофель. Картофель жарим на максимальном огне. Добавляем немного подсолнечного или растительного масла. Как следует разогреваем сковородку. И укладываем картофель. Картофель, для того, чтобы получилась красивая и аппетитная корочка, значит, переворачиваем не так часто, через минут 4-5 надо подержать на одной стороне, после этого только переворачивать. А про грибы не забываем, ворочаем их с места на место. Сейчас уже картофель пора перевернуть. Вот, начинает такая золотистая корочка образовываться. Картофель наш жарится правильно. Ну и грибы тоже самое. Не забываем переворачивать. Можно добавить немного масла, если его в грибах мало. Вот у меня достаточно. Под грибами огонек можно убавить. Пока жарится картофель и грибы, подготавливаем две средних луковицы. Луковицы очищаем и нарезаем полукольцами. В самом конце жарки, когда уже картофель и грибы готовы, немного присаливаем и картофель, и грибы. Ну, картофель у нас уже готов. Присолили, помешали. Грибки, ну, тоже практически готовы. Значит, время приготовления, ну, грибов приблизительно минут 30. А картофель, готовность лучше определить по внешнему виду. Ну, вот я вижу, что еще чуть-чуть, и она готова. В небольшом количестве масла обжариваем лук полукольцами. Так, лук обжарили до золотистого блеска и можно подавать. Блюдо готово.
Вот такое красивое и замечательное блюдо получилось. Картошечка с грибами и с луком. Кому не нравится лук, не обязательно добавлять. Ну, на этом все. Всем приятного аппетита. До свидания.